Инструктор авиалесоохраны Коми получил федеральный допуск к подготовке региональных парашютистов-десантников к пожароопасному сезону. Февраль – традиционно ключевое время для службы. Именно сейчас, зимой, командиры региональных подразделений проходят федеральную проверку годности к руководству лесным спецназом и получают право на подготовку регионального авиапожарного отряда. Всероссийские тренировки и сборы длятся 2 недели. В первую инструкторы со всей России сдают теорию, а после приступают к практике. На спусковом устройстве КСК выполняются 5 спусков с вертолета Ми-8 и 12 прыжков на парашюте с самолета АН-2. Важно еще и довести точность попадания в круг радиусом в 10 метров. Наш инструктор Сергей Мухамадеев с поставленной задачей справился, сдал нормативы по физической подготовке, экзамены по тактике и технике тушения лесных пожаров, аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи, ориентированию на местности, навыкам выживания в экстремальных условиях и прошел воздушные тренировки. Мы в первую очередь разбираем имеющиеся и новые средства пожаротушения, новые и дополнения к средствам парашютного имущества, десантного имущества. И самое главное, в чем состоит суть, это разобрать работу при тушении пожаров, при выполнении межбазового маневрирования, какие изменения произошли. Как отмечают в федеральной авиалесоохране, более 90% лесных массивов располагается на удаленных и труднодоступных территориях, где нет дорожной сети. На долю Коми, к примеру, приходится более 36 миллионов гектаров такого лесного фонда. Потушить пожары на таком удалении могут только десантники.